Вот такое яйцо снесла одна из моих пушкинских курочек. Ну и мы с вами проверим его на количество желтков. Давно не было трех желтковых яиц. Миска пустая. Берем. Разбиваем. Ох ты, друзья! Смотрите, какое чудо природы-то получилось. Здесь еще яйцо в скорлупе. Представляете, какая матрешка. Но сейчас его еще разобьем. Разбиваем его. Бывает без желтка, бывает просто белок. Нет, здесь с белком. Вернее, с желтком. Получается двухжелтковое яйцо. Вот такое вот чудо пушкинская курочка снесла. Одна скорлупка и вторая скорлупка.